за все, за скорби, за радости, за вот этот совершенно неповторимый мир, который нам дал, за то, что мы сами, вот обыкновенные, бренные, земные человеки, являемся воплощением божественной любви. Вот действительно есть такие категории время и вечность, да, проступает сквозь лес быстротечность современных реалий лицом, и во время вторгается вечность, сопрягая творение с Творцом. Этот мир бесконечно красивый, созиданием добра обновит синергия совместных усилий человечей и Божьей любви. Вот мир Божий воплощается человек, неизвестно, кем он будет, да, и неизвестно, какова будет его судьба, вот какой судьбой его одарит Бог, какие он осилит рубежи. О, если предузнать, кто-то мог частицу вечности, что называют жизнь, вот время и вечность, земное и небесное, возвышенное и обыденное, как это все, в общем-то, преломляется в нашей жизни, как мы идем по жизни и думаем ли мы о вечности. Вот когда мы говорим о Боге, когда мы думаем о Боге, когда мы думаем о Богородице, Матери Божией, которая нам дала Его, то, конечно же, мы вторгаемся, в общем-то, в грани вечности.